Массивные звезды могут испускать чрезвычайно мощный звездный ветер, скорость которого может достигать 1% от скорости света. Находясь в двойных системах, они иногда могут создавать одни из самых сложных пылевых структур, известных в астрономии. В центре пылевой спирали лежат две очень массивные звезды, одна из которых звезда Вольфа Рая. В правильных условиях столкновение мощных звездных ветров создает чрезвычайно плотную границу, на которой может образовываться пыль. Только одна из 100 миллионов звезд в галактике является звездой Вольфа Рая. И еще более странно, находится в двойной системе, которая может производить пылевую спираль, подобно этой. Самая недавно обнаруженная пылевая спираль этого типа называется Апеп, в честь египетского бога хаоса. Ученые создали новую модель, чтобы объяснить этот процесс в Апепе. Им удалось найти как раз правильную комбинацию параметров, чтобы воспроизвести сложную форму пылевой спирали. Фиксация критических параметров помогает нам лучше понять экстремальную физику этих экзотических систем. Эта модель также может предсказать, как Апеп будет выглядеть в будущем. Мы ожидаем, что спираль будет расширяться дальше наружу. В то время как новая спираль появится, двойные звезды снова приблизятся к своему наибольшему сближению. Прежде чем они окончательно разрушатся в результате взрывного взрыва сверхновой, который произойдет когда-то в будущем. Здравствуйте! Уделите, пожалуйста, внимание. Наш канал научно-просветительский. Помимо основных видео, здесь есть лекции, подкасты, интервью с научными сотрудниками высших образовательных учреждений. Также мы для удобства разместили плейлисты по общим тематикам. Если вы хотите получать от нас уведомления, просто подпишитесь на канал. Также у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы своевременно публикуем материалы и научные достижения.